Это главное, я даже не знаю. Ну такая забавная, я бы сказала. Креативная и веселая. Зажигательная, зажигалочка нашего праздника. Кукареку! У кого нету петуха, у хозяйства берите. Вот и Васень к нам пришла. Вновь простуду принесла. Что же делать? Как нам быть? Как простуду победить? Ой, а в аптеке лекарств много. Может, там они помогут? Ну, конечно, легче станет. Но простуды не отстанут. Чтоб здоровым всегда быть, иммунитет надо укрепить. Минералы, витамины – это точно смогут. Вот они нам и помогут. Интересно, где их взять? В сковороде где их взять? Яйца здесь куриные, перец и лучок. Помидоры, кориандр и петрушечки пучок. Ой, чтоб поднять иммунитет, приготовили омлет. Подходите, не стесняйте, сколько хочете, угощайтесь. Ведь омлет наш объедение, да и вид на загляденье. Станет, стоит съесть вам наш омлет, проживете все 100 лет. Ура! Куриное флотилия наша вам поможет. Все болезни победить она уж точно сможет. Кукареку! А костюм называется «Веселый петушок» от Пальминского сельского дома культуры. Костюм под номером 14 демонстрирует Кузьменок Яна. Бычихинский сельский дом культуры приготовил этот костюм. Номер 15. Смотрите, какой красивый цыпленок. Костюм называется «Петушок». Этот костюм изготовила Городокская центральная районная больница. А благодарим мы за демонстрацию Путила Дашу. Следующий костюм под названием «Курочка» демонстрирует нам Кошняк Вериолетта. Также костюм изготовлен нашей районной больницей. Костюм под номером 17. Городокские цыплята. Ясли сад номер... Yeah!
Тяжеловато. Поставь на землю. Они откинут, мы их потом пошли.